Вместо привычного звонка по расписанию – сигнал тревоги. А это значит, у учеников и сотрудников Центра образования номер один есть несколько минут на эвакуацию. Пожарных выходов 6, людей более 1000. По легенде, возгорание произошло на первом этаже, и один школьник не успел покинуть здание. Он поддался панике и остался на первом этаже. В это время подъезжают сотрудники МЧС. Для них поставлена задача – найти ребенка, спасти ему жизнь и потушить пожар. Сначала спасатели проверяют помещение. Когда обнаруживают ученика, надевают кислородную маску, выводят из здания. По завершению эвакуации детей учителя провожают обратно за школьные парты. Министерство образования Тульской области поставлена задача нашему учебно-методическому центру провести занятия по пожарной безопасности. Значит, поставлена задача, чтобы эти занятия несли вот максимально практическую направленность. Они были сжатыми, но тем не менее принесли максимальное количество пользы. Значит, надо сказать, что эти занятия будут проходить во всех районах нашей области. По статистике, с 2014 года в Тульской области количество пожаров снижается, а количество погибших и пострадавших остается тем же. Поэтому главной целью таких тренировочных занятий, отмечает в МЧС, является умение сотрудников действовать правильно и последовательно, а также научить этому детей. Ольга Чигинцева, Игорь Щепотев, Новости Тулы.